Это все полезно, это все натуральное. Так что, пускай вот. Попробуешь, если понравится, будем брать. Если не сильно жирный, то можно. Ну, мускуска стоит 85, по-моему. По 85, по-моему. Там мясо прилично и шкура. И жир вкусный. Москвич хотел обогнать всех. Автобусы, да. Он местных наших не знает условий. И думал, как в Москве, сейчас там по правой полосе. Этот же вправо уйдет, блин. Ну, почему не уходит? Там знак. Объехать эту решетку. Поэтому... А он ему не дает автобус, блин. Этому. Этот все-таки летит. Летит, блин. Хочет обогнать перекосом. Чего это он так, блядь? Ну, так дурака, дурака кусок. Обогнался, блин, он дурака кусок. Ты мне этот момент дай. Это будет сильно смешно. Тот разогнался с горки, а он как раз его обгонять, блин. И а скорости ты? Нифига не хватает. Слушай, главное, ехал молча себе ровненько. Не, ну он решил его обогнать, чтобы им не дышать, но с другой стороны, понимаешь, автобус не дает. Надо же тогда газку поддать, блин. А они едут, он не может его обогнать, блин. Нифига. Тот старый, блин, и этот старый. Эх, что-то мы поздновато едем, запоздали чуть-чуть. Почему поздновато? Сейчас. Ну, надо было сразу выходить, как я пришел. Половина была. А я специально пришел. Ну, а ты же машину, я же вышла, а ты машину. Ну ты что, машину? А что не подал? А ты еще выгонял. Так можно сразу надо было пойти и все. Я думал, ты готова и пойдем. И этот гад рыбы просит все время, гадюка. Он объелся уже сегодня. Пускай. Ходят по пятам и клянчат. Ну, что-то у него же он проснулся.